Поэтому я хочу сегодня с вами просто окунуться в то, что для вас Бог уже сделал. Давайте. Потому что благодарное сердце – это принимающее сердце. Это открытое сердце, это любящее сердце. А неблагодарное сердце – это недовольствие. Понимаете, это параллельно идет. Если я не благодарен, значит, я недоволен. По-другому быть не может. Аминь или не аминь? Аминь. Аминь. Раз я неблагодарный, значит, я недоволен. Все. Другого быть не может. Вот. Но Господь, Он не любит неблагодарных сыновей. Он очень не любит неблагодарных сыновей, потому что Иисус его за все благодарил. И Отец был очень милостив к нему. И Бог будет милостив к нам, если мы начнем видеть мелочи. Это и есть. Открой духовные глаза, посмотри, что тебя окружает, что тебе уже дано. Мы всегда только видим, что у нас забрали, что нам не додали, чего у нас мало, да, это мышление нищего человека. Когда нет достатка в голове, это мышление нищего человека. И когда вы проходите эти школы, папа пытается вас через меня расширить, чтобы у вас не было мышления нищего человека, а мышление богатого человека – это всегда мышление благодарности. Нищий – всегда недостаток, всегда недовольствие. Богатый – всегда благодарность. И это не зависит от количества денег в твоем кошельке. Это зависит от количества благодарности в твоем сердце. Аминь. Аминь. Дают нам людей, ну, нормально. Не дают людей, что не идут люди и так далее. Это нищенское мышление, мои хорошие. Бог всегда дает по мере благодарности. И поэтому Он сказал, имеющему дано будет. Не имеющему, и это отнимется. Казалось бы, нелогично. Как это? Не имеющий еще и это отнимется? У меня же и так еще нет, что ж ты мне еще и это отнимаешь? Отнимаю от неблагодарности, потому что не имеешь. Логично? Логично. Мои дорогие, давайте мы сейчас закроем глаза. Дорогой, драгоценный Дух Святой, веди нас сейчас. Я знаю, что твои дети умеют и хотят тебя благодарить. Научи нас сейчас, папа. Мы ничего не умеем без тебя. Но с тобой мы можем все, папа. Я очень люблю тебя. Поведи нас в прошлое, пожалуйста, отец. Ангелы, поведите нас в прошлое. Давайте возьмем полгода тому назад. Посмотрите на себя полгода тому назад. Можете год взять, если хотите. Я думаю, полгода достаточно. Какие вы? Счастливые, довольные, радостные, потерянные, слабые, немощные, неблагодарные, злые, расстроенные. Я дам вам время. Побудьте там. Господь, перенеси их прямо сейчас туда.
ни светло, ни радужно. Хочется плакать, хочется пожалеть себя. Хочется назад или не хочется назад. И теперь вы проходите путь с Господом. Это длинный путь, вы ищете его, вы находите его. Он дает вам нужных людей, дает вам нужные события, ведет вас к свое процветание, свою любовь, свою благодарность. Дает свои школы, поставленных людей, которых он сам ставил. Дает вам возможность быть счастливым. Учит вас, обучает вас, как правильно жить, как правильно думать. Как правильно любить. Как правильно доверять, исцеляет вашу душу и сердце, помазывает вас, учит вас духовным законам, ведет к себе на небеса, умножает все в вас, все духовные дары дает, благословляет. Поднимает в деньгах, финансах. Посмотри, где ты полгода тому назад стоял. Даже в финансах, посмотри. Посмотри. И посмотри сейчас, где ты стоишь. Есть новый уровень, открылись новые двери, новые возможности. Ты познакомился с новыми людьми, у тебя появилась новая жажда, дружба с Духом Святым. Ты осознаешь теперь, что ты не один, у тебя есть друг. У тебя есть друг Дух Святой. У тебя есть брат Иисус Христос. А полгода тому назад их не было. У тебя появился Отец, который любит тебя каждое утро, лелеет тебя. Давайте поблагодарим Господа. Давайте скажем Ему спасибо, Отец. Все здоровы, все целостны. Сам окреп. Стал здоровее, сильнее, какая-то сила внутренняя появилась, желание жить, желание действовать, желание достигать. Ну что, будем из вежливости благодарить, мои дорогие. Или от души.
родные спасены. Господь спас их от ада. Им больше ничего не грозит. Бизнесы начали подниматься. Люди интересные вокруг встречаются. Господь, я благодарю Тебя. У меня есть за что Тебя благодарить. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый Божий день новый уровень, новое сознание, новое понимание, новая любовь, новые чувства, новые всплески. У меня есть за что Тебя благодарить. Все новое. Каждый день Ты творишь все новое для меня, Господь. Каждый день Ты творишь все новое для меня, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Возвращаемся, мои дорогие. Я показался, кто-то под рукой, кто-то Неля показался. Даже далеко ехать. Да. Ну, я искал вот это все, как можно сказать. Это когда первый раз тебя увидел, когда мы приехали с дочкой. Да, я да. Не знаю, как другие как с собой когда видели, но у меня у тебя глаза светились, да, вот этот Дух Святой, да, вот этот, или Иисус там показался. Я даже первый раз пугался, тоже думал. И за это убежал. Да, да, можно сказать, да. Да не только я... глаза, один голос. Глаза, да, цветели, да, потом. Как это... Ты энергетику голоса моего, да, сильно улавливаешь? Голос тоже, да. Да, и голос помазанный у тебя, не каждый так... Да. Не каждый я так принимаю, как ты даешь свою энергию. Ну, круто, спасибо, да. Потому что, что нам учительница давала, она тоже много давала, но у нее энергетика совсем другая была. Другая.